Можно с уверенностью сказать, что студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ приложили максимум усилий, чтобы оказаться в двух местах одновременно. Ведь 11 сентября в стенах Высшей школы состоялись мастер-классы от известных медийных личностей. На этот раз на огонек к студентам пришли шеф-редактор телеканала «Татарстан-24» и директор студии брендинга «I'm Company». Никто не упустил уникальной возможности познакомиться с секретами работы на телевидении. Как говорится, из первых уст. Новости – это всегда, скажем так, передовая телевизионной журналистики. Это самое сложное, и в то же время это самое такое прорывное, самое дорогое производство. И новости – это всегда драйв, новости – это дисциплина. Ну, конечно же, это тоже творчество. Видеть мир, видеть свою тему – вот это, скажем так, то, что нужно научиться каждому студенту, который собирается быть телевизионным журналистом. Пока молодые телевизионщики с головой уходили в свою будущую профессию, начинающие пиарщики не сидели без дела. На этот раз им открыли настоящие основы брендинга. Будущему пиарщику надо знать вообще, с чем он работает, как вообще образы строятся, технологию построения образов. Ну, потому что без этого знания просто быть представителем СМИ или какой-то компании – абсолютно бесполезная история. За немногое количество времени гостям Казанского университета успешно удалось сформировать целостное представление о двух взаимодополняющих профессиях. Всем интересующимся доходчиво объяснили, почему журналисты все чаще уходят в пиар и как печатники находят свое призвание в телевидении. Пожалуй, эту профессиональную тенденцию остановить не удастся. Однако она продолжает приносить хорошие результаты, превращая новичка в большого специалиста своего дела. И это факт. Адель Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.